хочу пригласить к микрофону художника, мастера. Кстати, один из призов «Обнинской ноты» предоставила в этом году она. Это дипломант в номинации «Автор песни» 22 года и спецприз жюри в номинации «Поэт». Да. Итак, Нижний Новгород, Вера Караванова. Здравствуйте. Я лауреат позапрошлого года в номинации «Композитор» или позапрошлого. И хочу спеть как раз композиторскую вещь на стихи Игоря Царева, которая называется «Иероним». Украшавшую избу, звезды выступили в небе, как испарина на лбу. Здесь живет Иероним, и наивен Иероним, деревенский сочинитель. Боже, смилуйся над ним. Силы не потрать, все равно родня отправит на Ростов его тетрадь. Вся награда для творца, синяки на пол лица, но словцо к словцу приладит и на сердце звонится. Пишет